Добрый день, дорогие друзья. Сейчас будем устранять очередной косяк после криф-монтаж строя, блядь. Давайте я вам покажу, что происходит. А происходит следующее. Вот у нас вот в дом ПНД-труба, 40-я муфта переходная на дюйм. И вот здесь у нас все льет, блядь. Вот, блядь, специалисты криф-монтаж строя нахерачили, блядь. Вот. Здесь вот все льет, вот отсюда сверху тоже херачит. Сейчас мы будем это все перепаковывать, кран оставим, Бугатти вроде хороший, дорогой. Все будем паковать льном, вот, ну и в конце посмотрим, что получится. Так, вот девки пляшут, разобрал. Ни льна, ничего вообще нету, блядь. Вот это, блядь, делают, блядь. Так, второй стык тут. ХЗ, что это вообще, блядь? Какая-то труха. Химия вся синяя. Лучше льна ничего нету. А здесь у нас лен, но, блядь, без юнипака. Может быть, из-за этого. Ладно, сейчас будем все переделывать. Итак, вот собрал, поставил все на лен, закрутил. Здесь лен, здесь лен. Фильтр прямой поставил на лен. И счетчик трехчетвертной. И муфту переходную комбинированную. Сейчас впаяем. И посмотрим. Если честно, в первый раз такое встречаю. Первый стык лен, второй какой-то рассыпавшийся гель. А третий стык, блядь. Вообще решили, блядь, если кран Бугатти, блядь, то ничем его не подматывать, блядь. Вот такие вот ухари попадаются, блядь. Еще умудряются деньги зарабатывать. Охуеть, блядь. Так, ладно, пойдем ставить. Так, ну что, торжественный пуск. Так, открыли, все побежало, все сухо и прекрасно, вот. Скоро здесь, возможно, еще будем ставить химию, которая компактная и офисная, Waterboss, вот, заснимем тоже. Ладно, всем удачи, всем пока. Пойдем дальше. Криф-монтаж строй, блядь, просматривать. Где что еще работы подкинули?